Жители Северо-Казахстанской области могут дистанционно получить медицинские услуги. Об этом заместитель главы облздрава сообщил на брифинге. Нурлан Айманов отметил, что учитывая действующие карантинные ограничения, северо-казахстанцы могут дистанционно получить консультации узких специалистов или посредством телемедицины. Повторная читка рентген-снимка и расшифровка электрокардиограммы тоже доступны при дистанционном приеме. Ранее такой вид медицинской консультации применялся лишь при динамическом наблюдении больных с хроническими заболеваниями. Это участковый врач общей практики, терапевт и педиатр. Благодаря современным технологиям, различным каналам связи, медицинские организации имеют возможность дистанционного обслуживания пациентов. Дальнейший перечень дистанционных услуг будет расширяться. Дистанционные медицинские услуги предоставляются для диагностики, лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний, травм, проведения исследований и оценок посредством цифровых технологий.